Всем привет! Сейчас у меня на обзоре вот такой, как его, испаритель, короче говоря. Идет в такой коробочке. Вот, пожалуйста, информация о нем. Ну и что внутри? Его я еще не опробовал. Открывается так с магнитиками. В принципе, внутри также есть информация, инструкция на английском языке. В принципе, практически все на английском. И что у нас в комплекте? Идет шнур для зарядки. Он идет с аккумулятором. То есть вот, понимаю, что это. И идет основная часть такая. Просто так еще не снимется. В принципе, красиво оформлено все. Кнопочки можно увеличивать или уменьшать подачу пара. То есть, ну, нагрузки, скажем так. Этот сам бочонок куда заливается. Так, я так понимаю, что накручивается. Я не особо шарю в них, не особо их пробую. Есть регулировка. Также можно добавить или убавить, чтобы пара была больше или меньше. Сюда, я так понимаю, что заливается. Закроем. В принципе, вот так вот это все выглядит. Он маленький такой в руке, именно под руку. Кнопка находится нормально, удобно. Так, и дополнительно у нас идет койл, или как, не знаю, как по названиям правильно называется, но в общем вот идет один. Достану вам вот такой. То есть внизу видим, ой, внутри видим хлопок там забитый. Ну и такое довольно хорошее отверстие. Так, берем его. И также еще идет стекло дополнительное. То есть, если мало ли вдруг случайно разбили, можно поставить новое стекло. По звуку даже именно стекло. Не знаю, даже заряжен, не заряженный. Сейчас посмотрим. Скорее всего, что не заряженный. Так как я не заряжал его. Ну, говорю, что еще не пользовался. Ну да, а нет, что-то замигало. Ну и попробуем, зальем сейчас. Сейчас нажму пока паузу и включусь потом уже, когда я залью. Итак, залил я где-то половинку сюда. Ну и теперь пробуем. Шипение пошло. Сейчас еще немного пропитается там. И, в принципе, пар уже пошел. Так, сделано в максимуме. Вот можно убавлять или добавлять температуру, скажем так. Сделаем двоечку пока. Ну да, слышим, что не так уже шипит. Ну и сейчас я попробую. Что, вот, в принципе, попробовал. Ну, пара, конечно, идет не очень много, но он и размер не позволяет много делать. Но, в принципе, довольно неплохо так ощущается и вкусовое качество жидкости, то есть передает. Ну и, в принципе, довольно неплохо, мне понравилось. Ну, когда затягиваешься, так вот издаёт такие звуки. Ну, дыма даже тут, наверное, не видно, пара. Светлый стол. Ну, так, в принципе, пар есть. Такая штука довольно неплохая. Советую. В принципе, по деньгам тоже нормальная. Ну, и называется мини. Как видим, мини на 50 Вт. На этом все. Всем пока!